Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил проезда перекрестка предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Только за полгода полицейские привлекли к ответственности более 200 водителей, не соблюдавших очередность проезда. Госавтоинспекция напоминает, что при проезде перекрестка следует руководствоваться требованиями сигнала светофоров, а при их отсутствии – знаками приоритета. При повороте налево или развороте водители должны уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся в прямом направлении, либо направо. Если сигнал светофора или регулировщика разрешает одновременно движение трамваю и безрельсовым транспортным средством, то трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения. Водитель, заехавший на перекресток, разрешающий сигнал светофора, должен выехать с него независимо от сигнала светофора на выходе. При этом автомобилисты, которым загорелся разрешающий сигнал, обязаны уступить дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, завершающим переход проезжей части дороги. Двигаясь по второстепенной дороге, необходимо предоставить преимущество транспорту, приближающемуся по главной. На перекрестках равнозначных дорог автомобилисты обязаны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.